обделили дольщиков по итогам прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере долевого строительства. Возбуждены два уголовных дела. Установлено, что в службе судебных приставов находится сводно-исполнительное производство по двум строительным фирмам ООО «Веромарк» и ООО «Строительная компания «Этажи». За организациями числится задолженность перед дольщиками и кредиторами. Долг исчисляется миллионами. Руководители неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за неисполнение судебных решений. В организациях имелась реальная возможность выплаты тех долгов, которые должны были быть погашены перед дольщиками и иными кредиторами. Между тем, изучение движения средств на лицевых счетах показало прокурорам в ходе прокурорской проверки, что, несмотря на наличие такой возможности, директор предприятия эту возможность не использовал. Сейчас возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда» и 177 УК РФ «Злостное уклонение от кредиторской задолженности». В связи с участившимися случаями нарушений прокуратура Ивановской области открыла горячую линию по вопросам исполнения законодательства в сфере долевого строительства и капитального ремонта. По данным вопросам граждане могут звонить по телефону 410405 с 9 утра до 6 вечера.